Всем привет, скажи, да? Счет у нас, Аня, приболела. Мы в номере, дождик шел, ну на улице прям жара. Но все равно она не переносится не так, как у нас, да, прыг-скок. И мы решили с Викусей сходить за арбузом. Вот тут прям... сюда, она у меня все лужи пробежала. Стой, пошли сначала. Вик, ну здесь народу полно. Нахулиганит. Сейчас пошли в аптеку. Ну прыгай. И потом он машина стоит, где-то должна быть аптека. А, 232 рубля. Че, Вик, че? Пошло? Сейчас идем. Жду я тут. Всего доброго. Ага, Вики, купили 100 леденец полезный. Баба, какой? Арбуз купили, лекарство купили. Сейчас, ой, арбуз купили. Леденец полезный купили, лекарство купили. Идем за арбузом. Здрасте. Арбузик Деньков. Нам небольшой арбузик, вот, но небольшой. Сладкий, хороший. Сладкий. Ага. Чтоб ребенку дать. Так, у вас перевод, да? Можно налички. Нет у меня налички, только можно перевод. А вам на какой удобный? Деньков, Сбербанк? Мне Сбербанк. Давайте, 170. Купили арбуз на 100. Ой, какой тяжелый. На 178 рублей будем есть арбуз и писаться. Так, у меня руки заняты, ты сейчас будешь прыгать, да, ногу сломать? Слазь давай. Прыг-скок, вот моя девочка. Вот мой зайчик-попрыгайчик. Нет, не надо. Все как положено. Иди сюда. По норме, так оно будет. А не то, что он взял. Ты сейчас на всем ногу писаешь, тебе не достаточно, это не изучишь. Вот, вот смотрите, вот от нашего вышли и идем сразу к нашему номеру. В принципе, все тут. На море сегодня волны. Я ее беру за руку, тут дорожка небольшая. Бери за руку меня. Бегом. Мы идем через дорогу. Тут побудем. А что мы тут будем делать? А? Мы уже купили арбуз. Ты забыла, что ли? Она уже забыла, что мы купили арбуз. Нету. Сейчас маленько, наверное, разгуляется. Часа 4 пойдем на море.